Поздравляем с победой. Четвертая победа подряд. Все, команда сумела переломить не самый удачный старт сезона. Встали на нужные рельсы сейчас? Я думаю, да. Это очень хорошо, что мы начали побеждать. Нужно продолжать так же, я думаю. И так все получится. Результативное для тебя начало сезона получается? Это вот бывают такие моменты, когда шайба идет, как вот сегодня первая? Ну, повезло чуть-чуть. Начало хорошее, мне нравится сейчас. Как бы. Удалось, ну, как бы забивать начал потихоньку. Тут, конечно, должен сейчас. Концовка сумасшедшая. Расскажи, как так получилось? Про спокойно выигрывать скучно? Да нет, спокойно, ну, как бы не скучно. Тоже, ну, как бы мужики тоже там сражаются, бьются. Забили, мол. Тоже как бы. Наверное, сегодня еще роль вратаря сложно переоценить, да? Булыгин так подтаскивал прилично. Булыгин молодчик, Булыга. Красавчик. Хорошо. Сегодня первая. Вот у них первая пятерка, которая почти все очки набирает. Сегодня, в общем, очки не набирали, но атаковали постоянно, активно. Наверное, завтра еще больше заряженными будут. Тяжелый матч ожидаешь? Тренер сказал активно играть с этим звеном, пожестче с ними, выключать из игры. Как бы, я думаю, может, завтра они так же, завтра они еще побегут быстрее. Они без очков едут, как бы. Сражаться тоже будет. Мы не дадим.